Теперь стены холла 4-й горбольницы украшают портреты. Это один из любимых жанров сочинской художницы Виктории Лядовой. В выставку «Верность традициям» вошла 51 картина. Каждая прорисована с анатомической точностью. Стиль – реализм. Сама Виктория полотна называет классическими рисунками. Основная, наверное, тематика вообще моего творчества – это люди. Вот я позиционирую себя как портретист, зрителя. Это те, кто здесь лечится, кто приходит. Это, в принципе, это все, что я делаю для людей, для нас, для всех, для себя в первую очередь и для всех окружающих. Художественный общественно-социальный проект. Так художник говорит о выставке. Ведь экспозиция не просто знакомит зрителя с творчеством Лядовой и не только приобщает к искусству, несет его в массы. Важная задача – это арт-терапия. Давно доказано – искусство лечит. Это еще одно подтверждение о том, что больница не только доступная, не только там клиентоориентированная, но мы и видим просто красиво. Вся обстановка и атмосфера, которая здесь царит, это как бы снимает барьеры, делает по-домашнему уютно. И пациенты, на наш взгляд, ощущают себя естественным образом. И, может, даже это и помогает выздоровлению. Проводить выставки в стенах лечебных учреждений – это уже сложившаяся традиция в Сочи. Так, например, в 4-й горбольнице, вот этот уголок истории медицины, постоянно действующая экспозиция. Ну а выставка Виктории Лядовой стала уже 4-й, проводимой в поликлиниках и больницах курорта. И, говорят в управлении здравоохранения, она не станет последней. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.